Март установил перечень товаров, обязательных к наличию в магазинах. Это молочные, мясные, рыбные продукты, детское питание, кондитерка, бакалея и овощи. Отдельные списки установлены для промтоваров, автомагазинов, АЗС, дискаунтеров и киосков. Минздрав утвердил график работы учреждений здравоохранения. Поликлиники, санитарно-эпидемиологические организации, аптеки и больницы 5 ноября будут принимать по расписанию субботы, 6-го – как выходные, а 7-го – по распорядку праздничного дня. Бобруйчанин сорвал флаг с магазина. Молодой человек под шофе прогуливался по городу и спонтанно решил снять госсимвол со здания. Спустя несколько метров просто его выбросил. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. ГАИ ищет очевидцев аварии. ДТП произошло 2 октября на 3-м километре автодороги Могилев-Бобруйск около часа дня. Форд не справился с управлением и машину вынесло на встречку. Любую информацию просьба сообщить по номеру 102. Бобруйск готовится принять фестиваль национальной драматургии. Пройдет он с 11 по 16 ноября. В списке 11 участников из Беларуси. Программу дополнят читки пьес и обсуждение постановок. Подробное расписание можно найти на официальном сайте театра. Билеты в продаже.